Дорогие мои дети, проживая жизнь, родилось у меня 2 сына. Появилось у меня еще 2 дочки. Я желаю вам, чтобы у вас жизнь, первые 50 лет, вы притирались, а на остальное время вы уже давали советы своим детям. Счастья вам, здоровья, успехов, всех благ, чтобы все передряги вас уходили мимо. Всего самого наилучшего. Сказать, что в этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем. И поэтому вам желаю отдавать друг другу больше эмоций, больше действий, какой-то поддержки, и чтобы вы получали от этого колоссальное удовольствие. Будьте счастливы! Уважаемые Ольга и Анатолий, сегодня в вашей жизни знаменательное событие. Сегодня создается ваша семья, и вы принимаете новые права и обязанности по отношению к ним. Перед государственной регистрацией брака прошу ответить, готовы ли вы разделить это счастье и эту ответственность? Прошу ответить вас, Ольга. Вас, Артем. Да. Примите эти обручальные кольца как символ супружеской верности и любви и обручитесь. I'm not afraid to go.
Дети, я вас поздравляю, желаю вам большой любви на долгие годы. У меня теперь есть сыночек, я тебя уважаю и люблю. Так что здоровья вам и будьте счастливы, чтобы вот это чувство, которое вы сегодня, ну скажем, пережили, чтобы оно у вас было на долгие годы. Вот это уважение, такое благоговение друг к другу. Так что я вас поздравляю. Дорогие наши Артём и Олечка, мы очень рады, что вы друг друга встретили. Это долгий, прекрасный путь. Мы вас поздравляем с этим замечательным днем. И от нашей семьи мы хотим пожелать, так как вы уже являетесь матерью и отцом нашей маленькой крестной вашей доченьки. Вот, хотим, чтобы у вас тоже было пополнение, ваша семья росла большая-большая. Счастья вам, ребята, и горько!